познакомимся с Варнинским портом, который используется и как место для прогулок в воскресные дни, в праздничные, и как площадка для различных интересных мероприятий. Например, прошлой осенью здесь проходила международная черноморская регата, заканчивалась. Здание вокзала, сейчас я вам покажу немножко крупнее, морской порт, вокзал, причал, куда как раз приходят корабли, и очень много круизных кораблей международных. Там маяк варнинский, современный маяк на первом плане. А вот чуть подальше, такой поменьше, это маяк старинный, но он до сих пор работает. И вот здесь вот очень интересно, два маяка. Вот, значит, здесь еще вот, сейчас я вам попытаюсь показать, стилизованный деревянный корабль. Это ресторан. Очень симпатичное место, очень приятная кухня, и с удовольствием там можно посидеть на берегу моря, покушать. Вот. Ну а с той стороны, это тоже Варна, Варнинский залив, и вот с другой его противоположной стороны, это новые районы города, бывшие сельские. Вот такой замечательный порт. Вкладывают все больше и больше денег власти города для того, чтобы здесь создать действительно очень интересную площадку для прогулок и жителей города, для интересных мероприятий, для того, чтобы сюда приезжали гости со всех стран Земли. Так что ждем вас в Варне!